Парк Покровская-Стрешнева, СЗАО Москвы. Сегодня у нас вроде как 3 июля. Здесь была тропинка. Внимательно смотрим, что здесь сейчас. Здесь какая-то жуть происходит. Разлив городских прудов. Течение настолько мощное, что мне вот практически в пол колена. Вот, сопротивляется. Вот так это выглядит на фоне дороги. Вон Макс. Напоминаю, здесь тропинки были, здесь не было ничего другого. Наслаждаемся шумом водопада в Москве. Собственно, причина водопада. Через верх все. Вот такая вот веселуха.